Итак, ребята, рубим дальше. Я сейчас бегу к воде. Надо срочно попить воды мне. С едой также проблемы. Совсем есть проблемы. Но я практически не могу выбить кремень. Вот это вот сейчас вообще проблема капитальная. Если я выбью кремень, я сделаю две доски, и я уже смогу непосредственно сделать кухню. Но правда, это мне в принципе практически ничего не даст. О, смотрите, можно сделать будет сейчас салат. Черт, опять эта тварь. Как он уже достал этот дурак меня? Блин. Грибы. А грибы не те, что мне нужны вообще. Вообще не те. Ладно, соберем, потому что за неимением ничего пойдет и такое. Это тоже соберем, мы это постараемся забрать. Так, еда, холод. Кстати, я себе сделал все-таки лесуш, я зафигачил. Я себе сделал свитерок. У меня сейчас свитерок. И это круто. Блин, просто разбил и все. Так, едим тыкву. А, это мне уже пишут, что типа хп. Ягоды счастья. Ну да, едим, что делать. И давайте попробовать семена. Я не знаю, почему мы не можем их посадить. Мы не съесть не можем их, ничего. Что мы вообще с семян можем сделать? Что это такое? Опилки? Нет. Походу ничего мы не можем сделать с семян, они просто занимают место. Давайте сделаем так. Мне сейчас надо сделать печку. Сначала надо сделать доску вторую. Доска, камень и уголь. Мы сделали печку. И теперь доска, печка и яблоко. Мы сделали кухню. Да, мы ее сделали, но все грустно. Теперь нам нужно сделать веревку. Веревка делается из травы, маленьких камушков. Давайте сделаем штучки 3, наверное, веревки. И сделаем непосредственно вот эту штуку. Так, что-то медь, по-моему. Я почему-то думаю, что это на один раз. Давайте сделаем хотя бы 2. Хотя бы 2. Блин, как же он идет медленно. Это потому, что он умирает, он хочет есть. Вот, теперь он чуть быстрее пошел. Опять он при смерти. Опять смерть за ним по пятам. Так, давайте закинем эту тему. Плавись, рыбка. Здесь закинем сетку. Блин, а что ж делать? И подожжем, наверное, костер. Кстати, насчет костра сейчас посмотрим еще, что подсолнух мы схавать не можем. Нет, не можем. Не можем мы схавать подсолнух. Так, палатку. Что надо сделать, чтобы палатку? Ткань. Чтобы сделать ткань, нам нужны опилки и трава. Опилки и трава, ткань есть. Давайте сделаем палатку. Так, из чего она делается? Блин, вот это долго просто. У меня все то, что я не знаю, что из чего. Все. Все, палатка есть, отлично. Теперь костер туда и спать. 5 еды, просто 5 еды. Сейчас она закончится и начнутся отниматься опять у меня жизни. И мы с вами опять умрем. Ну, по-моему, вроде бы сейчас вот нормально с теплом. Давайте я сейчас приостановлю, а потом уже вернемся, когда все будет нормально. Итак, ребята, в палатке у него намного быстрее восстанавливается ХП. Восстанавливается еда и тепло, но это логично. Вот эта рыбина, гляньте. И у меня как раз один уголь есть, чтобы ее приготовить. Давайте ее заберем. Попьем. Наполним бутылку. Так. А как ее забрать? О! Даже 2 рыбины. Офигеть, у меня нет угля. Боже, как он медленно ходит. Просто. Он уже при смерти, ребята. 3 еды. Я представляю, если бы такой бы жесткий голод был бы, я, наверное, тоже бы там был в шоке. Так, давайте, мы подошли. Рыба и уголь. Есть, 23 просто сразу. Как будто с того света вернулись, я серьезно. Все,
все по красоте. Теперь можно немного пожить до того момента, пока еще угля мы не наберем. Отлично, давайте, наверное, сейчас мы сохранимся с вами. Вот это будет грамотно сохранить. Вот, все, мы с вами сохранились. Потому что это опасно. Это реально опасно. Можно погибнуть. Так. Медь у нас есть. Нам надо... Нифига не видать. Нам надо, короче, надыбать еще угля. Вот тут у нас можно надыбать кремень. Давайте, наверное, возьмем кремень себе, уголь. И если мы завалим сейчас лося, мы можем, в принципе, с вами еще взять этот. Как его? Кость. И сделаем, что он будет быстрее. Давайте, наверное, завалим лося. Еда пока вроде позволяет драться. В принципе. Быстрее будет он киркой ломать камни и все остальное, что косточка нам нужна. Все, отлично, мясо. И мясо ж с лося, я забыл за мясо. Так, и все, не могу найти этот. А еда у нас опять подводит очень жестко. О, если мы сейчас вот эти ягоды соберем, мы сможем себе какой-то там салат сделать. Да, вот, это походу они. Да, смородина и черника. И если мы поставим палки, мы сделаем салат себе. Отлично, сейчас еще вот это мы с вами заберем. Железо у нас есть, у нас кость есть, все. У нас, в принципе, сейчас все есть для того, чтобы развиваться на данном этапе. Бежим, еще возьмем грибов, чтобы перевести дух. Давайте возьмем, соберем. Блин, опять эти волки дурацкие. 5 еды. Короче, когда только мы начинаем что-то собирать, у нас все, у нас сразу еда очень сильно падает. Но это, в принципе, не страшно, потому что мы сейчас с вами подвосстановимся. Опять это дерево сраное. Так, давайте сейчас по-быстрому приготовим рыбу. О, вот это уже другой разговор. И теперь смотрим салат. Салат делается у нас вот так. Во-во-во, вот теперь можно реально жить. Можно реально жить. Если еще достанем угля. Так, сейчас зайдем рыбу заберем. 2 сетки, походу, это я чересчур поставил. Хотя не чересчур. Походу надо пить и надо ложиться спать. Давайте убьем быка. А, кстати, мы ему можем... А, семена нужны, чтобы быка. Да? Вот семена быку надо давать. Нет? Странно. Я где-то читал, что типа быку надо этому семена давать. Ладно, давайте его заварим. Кстати, нам надо будет опять уголь найти. Да давай ты, забей ты его уже. Так, кожа, нашли кожу. Кожу, все, идем спать. К чертям. Ложимся спать. Тут спится быстрее. Быстрее. Так, и надо посмотреть, что у нас еще не сделано. У нас есть... рыба редкая, рыба блу какая-то. О, походу редкая рыба нам тогда так многое восстановила жизни. Капканы. Нет, это все ерунда. Ерунда. Нам надо с вами сейчас сделать пасека. Блин, пасека. Точняк, ребята. Сейчас нам надо, короче, с вами сделать кирку. Мы сейчас сделаем кирку, возьмем еще уголька, насобираем, чтобы можно было в печке фигачить всякие дела. О, гляньте. Можно в печке. Я не догадался. Офигеть, ребята, вот фигово, когда вот сам играешь, вот ты не догадываешься.
Можно из досок просто делать эту тему. Доски и опилки. Точнее, не доски, а древесина. Круто. Реально круто. Все, давай просыпайся. Харе спать. Пора работать. Доски. И этот. Да ну нафиг, серьезно. Все, у меня просто решены все мои проблемы. Ой. Ну это я уже косякнул. Реально, ребята, все, мы с вами... Черт, я кнопку опять спешу. Спешу. Все, мы с вами порешали многие из наших проблем. По крайней мере, с едой это точно. Выкину эту хрень, она не нужна. Цветки эти всякие. Так, и вообще, и волчьи ягоды я тоже не знаю, зачем нужны. Ладно, дорогие друзья, на этом я заканчиваю нашу серию. Продолжим уже в следующей. И надеюсь, будет все по красоте. Сейчас сохранимся на всякий случай. Все, с вами был Герман. Подписывайтесь на каналчик. Большой палец вверх и лайк. Все, спасибо за внимание и пока-пока.